Привет! Вы смотрите Вики Шоу Плей, и сегодня у меня будет просто очень интересный выпуск про Roblox. А точнее, я буду выживать в Икее целых 24 часа. Боже мой, это так классно! Суть в том, что я сейчас нахожусь в Икее настоящей. Посмотрите, здесь есть предметы, сейчас я тут строюсь. А знаете почему? Потому что начинается самое страшное. В Икее, как вы все знаете, есть правило. Если ты хочешь остаться ночью, тебе нельзя это сделать. Тебя арестуют. Или спросят просто штраф. Поэтому суть игры в том, что ты должен остаться в Икее. Но здесь достаточно сложновато, потому что здесь ходят эти рабочие, и они, если тебя найдут, то они очень быстро бегают за тобой и никак вообще не убежишь. И они просто бьют и... убивают тебя. Игра очень интересная, я в нее очень теперь люблю играть. Также здесь можно взять еду. Вот, я уже собрала. И только что настала ночь. Боже мой, страшно. Видите, у меня энергии мало, поэтому я должна сейчас покушать. Все, у меня 100 энергии. Я здесь очень быстро построила себе домик, потому что если бы я не поторопилась, меня бы давно убили. Так, а еще, когда я играл в эту игру вчера, меня спас один мальчик. То есть я была в этом доме. В своем плохом, он был маленький, открытый, меня могли убить. За мной побежал пацан, типа, привет, девочка, давай я тебя спасу, иди к нам в убежище. Он за нами погнался, это консультант, и он начал бить меня. Мальчик услышал, что меня бьют, он побежал ко мне, остановил этого пацана. В общем, он спас меня, а его убили. Мы сейчас с вами будем очень долго, но очень быстро мы должны построить дом. Я нелогично сказала. Короче, быстро мы должны построить классный дом, где нас не достанут эти рабочие. Боже мой. Ребёнку страшно здесь находиться, помогите. О, утро, боже мой, утро, ребята. Ура! Я написала в чат ура, не знаю зачем. Потому что тут, наверное, инглиш только. Инглиш челы. А, нет. Расич челы. Стой. Тут была моя подруга, ее ник. О, мы нашли друг друга. Есть! Теперь будет не так страшно. Так, здесь надо выживать в паре, потому что так мы быстро находим еду. Вот, кстати, она. Ее надо забрать. Здесь сейчас мы должны быстро построить дом. Строим дом. Так, поворачиваем предмет. Вот так. Таким образом, и ставим его вот сюда. Мы делаем стены. Так, ставим. Дальше берем диван. Ух ты! Тоже ставим. Здесь у нас будет, можно сказать... Да, спасибо большое. Я по-быстренькому схожу за светом. Ночь уже будет очень скоро, а это на самом деле плохо. Да, я сгоняла за большим светом. Кстати, телевизор тоже можно включить, и он тоже очень ярко светит. Это хорошо. Боже мой. Так, хорошо. Повесим. Вот так. Сюда же нельзя. Они же не смогут пройти. Так, видите? Рабочие. Ну, не рабочие, а консультанты. Или как там назвать, господи, неважно. Хорошо. О, спасибо большое. Доска. Давай мне. А, ну ладно. Так, это мы поворачиваем, ставим сюда. Так, это ставим, мы же здесь пролазим, да, а вот так вот пролазим тоже, надо пониже. Отлично, идеально. Так, здесь тоже поставим, срочно. Так, ребят, мне кажется, мы не успеем, и сейчас будет ночь, и нас просто опять убьют. Это нехорошо, this is not good, или как там говорят, господи, не могу все еще понять. Так, это ставим сюда, отлично, проход есть. Еще, срочно, еще вещи. Ускоряемся, берем холодильник, неважно, что мы берем, какие предметы. Главное, чтобы мы были живы. Так, о, спасибо, у нее куча еды. Так, мне, кстати, надо тоже подкрепиться.
Я ей скажу, чтобы она взяла еду. Возьми еду, у нас ее очень мало. Берем кровати и несем обратно сюда. Она не увидела мои сообщения в чате. Нет, она не идет за едой. Ну мы же сейчас с голода все умрем. Ребята, я предупреждаю, свет здесь очень резко вырубается, поэтому не пугайтесь, пожалуйста. Я сразу сделала вам предупреждение. Но я пока этих чудиков поблизости не вижу. Отверстие, срочно его закрываем. Отсюда же никто не сможет пройти вот отсюда. Тут есть маленький чел, он очень хитрый. Поэтому надо срочно это как-то уладить, чтобы он не залез к нам. Страшно, очень страшно, реально. Так, если вы хотите поиграть тоже в эту игру, то название будет SCP. Введите в Роблоксе и должна выйти это Икея SCP-003 вроде бы. Или 002. Поищите, пожалуйста. Ты принесла еду? Стоп. Наш свет светит не в ту сторону. Смешно. Так, я вас предупреждала. Свет вырубается резко. Поэтому, надеюсь, никто не испугался. Так ведь? Вот, все. Теперь не так уж страшно, поэтому все нормально. О, она взяла аптечки, это хорошо. Ну, вроде бы мы с вами хорошо закрылись. Я вот успела, что успела. Теперь надо опять ждать утра. Ты не против, если я немножко заберу, да? Нам бы еду еще спрятать. А то могут найти наше убежище и спрятать еду. Поэтому надо бы ее лучше сюда положить и прикрыть. На самом деле дома строить здесь очень легко и даже весело, но времени мало на это. Так, о, меня девочка в друзья приглашает. Как мне принять? Тут только от первого лица. И вот я сейчас кручу колесиком. Здесь от первого лица. Нет, запрос пропал. О, аптечки хорошо повесила. Вот, все отлично. Так, а нет. Все, идеально. Здесь вроде бы никого нету. Никого нет дома. Видишь кого-нибудь? Мало света, это очень-очень-очень-очень плохо. This is... Ой, конструктрейшн упал. Страшно. Так, смотрите в чат, всех убивают, господи. Никого поблизости нету. Люди! Поможем вам, у нас большой дом, ну, немножко недостроенный, но он очень хороший, мы вам поможем. О, утро, все, срочно бежим. Больше света, больше всего на свете, на. Соня побежала за чем-то, не знаю зачем, ну ладно, побежала, придет с едой, наверное. Оп. И включаем. Есть! Теперь у нас много света. Надеюсь, Соня не потеряется. Она же не потеряется? Я не хочу быть одна. Эти челы не умеют подниматься по лестницам, поэтому мы сейчас с вами построим второй этаж. А это очень хорошая идея. О, вот она, все, здрасте, мордасте, с вами Настя. Так, ставим эту штуку вот в таком направлении. Надо написать, что нам нужны доски. Нам надо доски. Несем и ставим сюда. Все ради безопасности, ребята. Нам тоже надо много света, поэтому мы возьмем телевизор. О, все, нам идут доски. Спасибо большое. И поставить, включить. Все, теперь у нас тоже много света и на втором этаже. Много досок у нас. Заживем скоро мы. Заживем. Ну, это на самом деле игра для строителей, прям реально классная. Те, кто любит строить в Роблоксе, в Майнкрафте, им эта игра понравится, вот я клянусь. Так, это значит, надо вот так поставить. Сюда мы пройти не можем, а вот так можем. Есть, я допрыгнула. Вот, все отлично. Ставим. Все, идеально, смотрите, как классно, какой у нас с вами второй этаж получился. Вот, правда...
Я бы хотела, чтобы мы через дом заходили на этот второй этаж. О, сколько у нас еды! Посмотрите, как классно сделали! А это надо бы закрыть, чтобы нас не своровали ничего. Так. Так, Соня! Кстати, красная ночь, это редкая ночь. Она пишет: бегу, беги скорей! Не умирай, ты нам еще нужна! Вот ее ник. Давай, давай, беги, 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 беги. Фух, боже мой, я так испугалась за нее. Так, срочно надо перекусить. А, я думала, она вышла, а от нее кола осталась, господи, испугалась. Срочно кушаем. Можно я немножко еды заберу, пожалуйста? Она переставляет. Отлично, спасибо большое, я вот отсюда возьму. Инвентарь фулл. Нам бы еще предмет, нам бы еще один предмет. Она пошла за диваном. Какая смелая. Так, надеюсь, все с ней будет хорошо. Так. Ее ник пропал из виду. Это плохо, значит, она далеко отошла. Нет! Возвращайся! Вот она, вот она, вот она. Она остановилась! Она печатает мне! Нет! Боже мой, это было так опасно. Приседай скорее! Фух! Спасибо большое. Диваном мы прикроем нашу кладовку с едой запасной. И здесь закроем. А вот все. Если немножко побеситься, то поставится. Вот так вот надо. О, ну зато вот здесь наши чувачки нас не достанут. Вот здесь окошечко классное. Ой, как классно, мы сидим тут болтаем, знаете. Вот телек смотрим перед нами. Может, на второй этаж пойдем? Главное, чтобы челов не было. Ты со мной? Оп. И нас тут никто не достанет. Все. Наше тайное местечко. Вот сюда бы еще спрятаться. И все. Просто мэджик. Не выходи, не выходи, не выходи. Убьют. Что мы с вами будем делать? Мы будем дальше строить дом. О, вот и утро. Забираем еду. И в шкафчик. Смотрите, как она все аккуратно здесь положила. Вообще перфекционист. О, девочка вот на компьютере тоже играет. Нет, к нам нельзя. К нам нельзя. А вот теперь она на телефоне. Как-то возможно? Нет, 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 даже не думай. Нет. Нет. Нет! Даже не думай, даже не думай. Нет, нельзя, нельзя. Она забралась к нам в дом. Ах ты ж. Она все рушит. Ты нормальная вообще? Stop it. Так вот, в общем, мы решили, что эта девочка будет играть с нами. Она какая-то странная, она немножко сломала, но вроде бы все нормально. Давай с нами. С нами, но не ломай. А. Ну, не с нами, так не с нами, ладно. Странная какая-то, поломала у нас все и вот, и ушла. Друзья познаются в беде, в помощи и так далее. Так, она что, еду забрала? Не забирай еду, это единственная еда. А, ой, что-то я нелогически сделала. Извиняюсь. Главное, чтобы она не узнала о нашем тайнике. О, нет. Ночь. Пусть она будет жить на втором этаже, или куда она? Она взяла фонарики. Я спрошу у нее, будет ли она жить на втором этаже. Все, а это наш этаж. Стоп, она куда-то ушла. Опять. Ну, она хотя бы фонарики приносит, это уже что-то. Вот здесь вот мы закроем немножко территорию, а то она немножко открыта. Ну, ладно, ладно, ладно. Под контролем все хорошо. Надо закрыть нашу нычку, чтобы она не видела, к нам не заходила. Здесь все аптечки, вся еда. Эти челы. Нет! О, слава богу! Видите? Он не может пробраться, потому что там можно зайти только если на корточках, видите? Поэтому берите пример, тоже так делайте. Этот чел ушел, господи, слава богу, я думала, он к нам пойдет. Закрываем наш тайник скорее, она там подглядывает. О, она фонарики нам носит, спасибо большое. Так, запоминайте ее ник, и мне тоже надо ее запомнить, я ее в друзья добавлю потом. Хорошая девочка оказалась. Чел рядом. Он здесь. Фух, если что, это боты.
А, давай я поставлю вот аккуратно здесь, чтобы висели, типа, фонарики. А, нет, лучше вот так. Типа, люстра. Во, идеально. У нас есть люстра. Давайте к ней поднимемся. Челов рядом нету. Так, поднимаемся скорее. Я слышу, кого-то бьют. Беги, 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 беги. Боже мой. О, утро! Отлично! Так, это я тоже сделаю ей как лампа. Вот, надо угнать этого чела куда подальше отсюда. Уходи! Она взяла нашу еду! Ты чё? Мы тут раскладываем, а... Она взяла еду. Нет, 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 нетушки. Так, срочно в тайник. Срочно в тайник, пока она всё не увидела. О, она принесла Доритас, ух ты, Доритас, ура, а это принесла стульчик. О, будем сидеть, ничего себе, о, это прекрасно, нам нужны стулья еще. В общем, эта девочка строит типа кухню, здесь можно посидеть, там похавать, покушать. Так, кладем. Мороженка обязательно. Сколько у нас еды. Мы самые богатые, наверное, на этом сервере с этой едой. Вот сюда Доритас. Это типа мороженое валяется. О, вот это она яркий свет принесла. Такое редко найдешь на этой карте. В общем, ребята, я уже очень долго играю в эту игру. Мы здесь столько всего построили. Надеюсь, вам понравился этот замечательный ролик с Икеей 24 часа. Обязательно поставьте кучу лайков. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Не пропускайте такие классные ролики. Нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока. Ой. До встречи в новом видео, а у нас уже ночь. Беги, девочка, к нам скорее. В общем, пока-пока.